Здравствуйте, уважаемые гармонисты! Сегодня мы с вами научимся играть на гармошке душевную татарскую песню, которая называется «Шешкелярнын Ниге Кереги Бар». Цифры вы можете найти под этим видео в описании. Сама песня состоит из трех частей. Это вступление, куплет и припев. Вступление – это тот же припев, но оно начинается со второй октавы, а сам припев мы начинаем играть с первой октавы. Начнем. Рассмотрим правую сторону. Вступление. После этого мы играем небольшой переход. После этого сразу начинается куплет. Это играется два раза, и после этого начинается припев. Как я уже говорил, начинаем играть на первой октаве. Это также играется два раза. И после этого, во время перехода на второй куплет, можно снова сыграть переход. Теперь давайте рассмотрим левую сторону. Буду играть всю песню полностью, чтобы было понятно, какие басы и аккорды играются во время перехода со вступления на куплет и так далее. Начали. На этом все. Желаю вам удачи. До скорых встреч!